Итак, наш следующий лот, он весьма необычный. Сэм, у нас к тебе предложение. Наши люди установили, что ты беженец из Сирии. Ну а ты кто такой? Я художник. И что вам от меня нужно? Мне нужна твоя кожа. Твоя спина станет арт-объектом. И продана. Вы хотите купить мое тело? Но душа будет стоить вам намного дороже. Ее ты уже отдал. Ты станешь известен на весь мир. Выставки, фотосессии, миллионы подписчиков. С ним обращаются как с предметом. Но он и есть предмет искусства. Я не ваша собственность. Еще как наша. Это зашло слишком далеко. Пока не поздно. Сохрани себе свободу. Человек, который продал свою кожу.